Мої вітання. В прямому ефірі проєкт «Звіти наживо». Це спільний проєкт Національної суспільної телерадіокомпанії України та громадського руху «Чесно». Починаючи з березня щомісяця, у передостанню п'ятницю цього місяця, в цій студії звітує чиновник, керівник певного підрозділу або певного напрямку. Сьогоднішня тема по всій Україні, у всіх наших колег і, звісно, у нас – це стан доріг, автошляхів. Ми планували, і це було б логічно, присвятити сьогоднішню програму стану доріг Миколаївської області, тому що найбільш проблемні ділянки, всім відомі, траси Н-11, Н-14. Ми відправили офіційного, вірніше, завезли офіційного листа із запрошенням профільного заступника голови облдержадміністрації. 25 травня цей лист уже був в обласній адміністрації, але досі ми відповіді так і не отримали. Тому на початку цього тижня ми звернулися до міської влади і дякуємо, що керівництво міста нам не відмовило. Сьогодні будемо говорити про дороги міста Миколаєва. Я нагадую, що крім телевізійного ефіру, нас можна також слухати на українському радіо «Миколаїв» на частоті 92 FM. Отже, сьогодні в цій студії заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець. Будь ласка, візитівка. Степанець отримав вищу військову освіту в Далекосхідному вищому загальновійськовому командному училищі 1988-1992 роки. Одразу по закінченні училища повернувся в Україну і служив у Збройних силах України. 1993 року звільнився. Закінчив Одеський фінансово-економічний коледж за спеціальністю фінансист. З 1994 року працював у податковій службі, очолював податкову інспекцію Заводського району Миколаєва. Отримав ступінь магістра державного управління в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили. У березні 2014-го пішов добровольцем до лав Збройних сил України. Командував вогнеметним взводом, був заступником командира батареї аеромобільної бригади. Після демобілізації влітку 2015 року обійняв посаду заступника Миколаївського міського голови – капітан запасу. Ми працюватимемо в прямому ефірі 52 хвилини, ну вже трошки менше. Згодом ви, шановні глядачі, зможете приєднатися до розмови телефоном. А крім вас і крім мене, сьогодні запитання нашому гостю будуть ставити журналісти Тетяна Локацька, Андрій Лохматов, журналістка Центру журналістських розслідувань Олеся Баранцевич та представниця громадського руху «Чесно» Олена Позняк. Вітаю всіх наших колег, трошки пізніше будемо давати вам слово. Розпочати ми хотіли б невеличким сюжетом про основну проблему, яка не так давно, в принципі, відкрилася. Проблема, яка логічно перетекла з минулого року у рік поточний. Будь ласка, сюжет. По вулиці Лягіна триває ямковий ремонт дороги. Саме тут Олександр Сінкевич призначив зустріч журналістам, аби наочно показати, як це виглядатиме в місті. Декабрі 17-го року. У грудні 2017 року у нас був проголосований бюджет, яким було передбачено на капітальний ремонт доріг 0 гривень 0 копійок. Виділялися гроші 10 мільйонів гривень на ямковий ремонт доріг. Пов'язано це з тим, що капітальний ремонт доріг і поточний ремонт доріг – це досить дорогі проекти. На жаль, поточний ремонт, де це можливо, де у нас є гроші. Як ви могли бачити, на вулиці Чигирина біля 36-ї школи. Ми закриваємо дороги, що не були дороблені у зв'язку зі змінами погоди в минулому році. Ми закриваємо деякі проекти, які були розпочаті і не закінчені. Що стосується наших майбутніх ремонтів капітальних, їх в цьому році, на жаль, не передбачається. Ну і саме в такій непростій ситуації сьогодні, пане Юрію, вам доводиться звітувати тут. Зараз у вас є 5 хвилин, щоб доповісти, прозвітувати, що зроблено в минулому році у сфері будівництва, ремонту доріг, що зроблено цього і що планується цього року зробити. 5 хвилин. Хорошо. Я, з вашого дозволу, візьму некоторі дані департаменту ЖКХ, районних адміністрацій, щоб у цифрах не путатися.
Значит, всего у нас в городе находится 835 километров дорог. Из них 705 километров – это с твердым покрытием, и 130 километров – это грунтовые дороги. Это у нас в основном частный сектор, наши внутриквартальные проезды. Значит, если брать в целом, то необходимо отремонтировать, я перейду уже на метры квадратные, мы считаем же метры квадратных, 3 600 000 метров квадратных. Ну, это порядка где-то 60% тех дорог, которые у нас есть в городе. Плюс мы еще не должны забывать, что кроме дорог еще тротуары в городе. Также нам необходимо по тротуарам отремонтировать, по данным нашего департамента ЖКХ, порядка 1 610 000 метров квадратных. Что это в ценовой политике? В ценовой политике это получается нам надо 3 600 миллионов гривен на ремонт дорог и 1 127 миллионов на ремонт тротуаров. Это в ценах, там, допустим, 2017 года. То есть понятно, что такого бюджета у города нет, к сожалению. Что вообще было сделано за 2017 год? За 2017 год в Николаеве отремонтировали 430 тысяч метров квадратных дорог и тротуаров на сумму 211 миллионов. То есть были выделены определенные средства, и освоено было 211 миллионов. Что мы имеем в этом году? В том году был принят бюджет депутатами на 2018 год. Выделили 86 миллионов 980 тысяч на ремонт дорог и тротуаров. То есть, видите, эта цифра на порядок ниже, чем у нас было в прошлом году. 211 миллионов и 86 миллионов. Ну, почти в 3 раза меньше дали денег. Из сюжета городского главы понятно, да, что нам этих денег, которые предусмотрены были в бюджете и были выделены, хватит только на ямочный ремонт. Потому что на текущий ремонт и капитальный ремонт, и, к сожалению, денег по бюджету департамента ЖКХ не предусмотрели, депутаты не выделили. Но хочу сказать, что есть несколько дорог, как и в Корабельном, так и в Заводском, и в Центральном районе, в Ингольском, которые запланированы капитальному ремонту, то есть это те грунтовые дороги, о которых я говорил, там где нет вообще покрытия. То есть по одной, по две дороги в районах запланировано. Но при перераспределении бюджета 2018 года, вот была недавно сессия, к сожалению, не приняли по объектной этот перечень. То есть куда выделят депутаты эти деньги, мы еще не знаем. Либо это пойдут на крыши, либо это пойдут на лифты, либо это пойдут, что-то попадет на дороги. Ситуация, конечно, плачевная, к сожалению, но что имеем мы на сегодняшний день по ремонтам за 2017 год и что мы ожидаем в 2018 году? У вас все. Ну, пока все. Із випередженням графіка пройшли. За 3 хвилини впоралися. Я зараз можу оголосити телефон, ну, хоча, напевно, більшість глядачів його знають. 47-74-72 телефон студії, і мені повідомляють, нам усім повідомляють, що у нас вже є дзвіночок. Давайте послухаємо спочатку глядача, а потім перейдемо до наших запитань, колеги. Будь ласка, слухаємо вас. Юрій Васильович, Борисович, ізвиніть мене. Я к вам приходила на прием 7 числа, но мне стало плохо, и меня забрали оттуда. Но дело в том, я хочу задать вам один единственный вопрос. Когда будет маршрутка на кладбище воинской части? Немножко не по дорогам, по маршруткам. Да, ну, ну вы знаете, что... Уже стысло, пожалуйста. Да, очень быстро. В городе вообще напряженная ситуация сложилась с общественным транспортом. Знаете, что много очень водителей со своим транспортным средством ушли с маршрутов. Если порядка там 6-7 лет назад на территории города работало порядка 3000 машин, на сегодняшний день работает около 750 машин. Сегодня состоялось заседание исполкома, на котором было принято повышение тарифа. Спасет ли эту ситуацию? Ну, перевозчики нам обещали, что по крайней мере на 10% увеличат подвижный состав. Будем все-таки надеяться, что они нас не обманут, как это часто бывает, и что они действительно выделят дополнительный транспорт в связи с тем, что тариф все-таки подняли, и пойдут маршрутки на кладбище к воинской части, как просит женщина. Дякую. Я нагадую телефон в студії 47-74-72 і дуже прошу, шановні глядачі, дотримуйтесь теми, яку ми сьогодні обговорюємо, тому що проблем дуже багато, але ми не можемо водночас говорити про все. Отже, будь ласка, колеги, є запитання? Пане Юрію, в мене питання. Сьогодні така тема пролунала від нашого міського голови, що він хоче подавати певні юридичні документи стосовно того, щоб збори від портів залишалися трошки в бюджеті міста. Я же хочу запитати вас про портові дороги.
От хто їх має ремонтувати? Їх мають ремонтувати порти, їх має ремонтувати місто чи зернотрейдери? Значит, ну, однозначно, все дороги, которые находятся в городе, кроме дорог государственного значения, у нас их не так много, которые стоят на балансе службы автомобильных дорог, должны ремонтироваться за счет городского бюджета. К большому сожалению, и зернотрейдеры, и операторы, допустим, которые занимаются перевозками, почему не разрушают наши дороги городские? Разрушают, потому что возят с перегрузом тот груз, который доставляется в порт. То есть, если есть, допустим, законодательно определено, что по городским улицам не более 24 тонн должен передвигаться транспорт, то мы все прекрасно знаем, и это есть факты зафиксированные, что и по 40, и по 60 тонн, и даже были факты, что там свыше 100 тонн заходил в морской порт предприниматель Шевченко с Херсонской области, завозил на Небулон зерно и сломал им весы. Не знаю, сломал на правду или нет, но факт есть фактом, больше 100 тонн. Причем, смотря на его машину, это просто-напросто железнодорожные вагоны, которые поставлены на платформу автомобильную были. Естественно, никакая дорога не выдержит такой нагрузки. Мы городским советом еще 2 года назад определили маршрут движения по городу именно для такого транспорта, который идет в порт. По сути, у нас запрещено въезд в город со стороны киевского направления, одесского направления, больше грузного транспорта. На Одесском мосту и перед ним стоит, по-моему, там десяток знаков, что ограничение 20 тонн. Это Варваровский мост, прошу прощения, Южногурский правильно называется. Со стороны киевского направления стоит ограничение 24 тонны. То есть мы определили один въезд с баштанского направления, определили 2 основных улицы. Это Новозаводская, Турбинная, куда должен заходить транспорт грузовой. И потом он расходится, одна часть уходит на Корабельный район, Никотера и Оливия порт. И вторая часть по улице Кузнецкой заходит у нас в морской торговый порт, и в речпорт и так далее. Вы знаете, что решение есть исполкома, но оно не выполняется. И плохо работает Укртрансбезпека со своим весогабаритным контролем, и плохо выполняет свои обязанности патрульная полиция. Должна контролировать все-таки, чтобы эти выполнялись требования знаков дорожных. Там. Поэтому мы имеем такие дороги, особенно в направлении портов. Что было сделано? Мы предложили всем операторам морехозяйственного комплекса, мы изучили полностью данные грузопотока, на какую там стивидорную компанию заходит какой-то наш по дороге именно, и предложили им скинуться и отремонтировать именно те дороги, которые ведут к их местам осуществления деятельности, то есть порты, которые ведут. Мы взяли на себя затраты городские по изготовлению проекта ремонта этих дорог. Мы провели экспертизу, посчитали, сколько надо денег, предложили каждому участвовать в соответствии с тем количеством груза, что он возит к себе, в ремонте этой дороги. К сожалению, 42 операторов дало согласие только 2. Остальные отказались. Это ваши дороги, вы их и делаете. То, что они нарушают, нам разваливают дороги, их как-то не волнует. Это ваші дороги, ви їх і ділите. Ну, так, звісно. Пане, я сподіваюся, що ви здебільшого відповіли. Ми ще повернемось до цих тем. У нас є дзвіночок, вже довго чекає глядач. Будь ласка, слухаємо. Здравствуйте. Вас беспокоит інвалід первой групи. Я просто хотів задати вопрос. Вот покупают транспорт сейчас, и тоже там большегрузный транспорт, если леса будут покупать, чтобы покупали именно, чтобы инвалиды, чтобы можно было инвалиду продвигаться. Мы, получается, замкнутые. Вот мы не можем ни в одном транспорте. Вот трамваи купили вот эти желтые. Они, во-первых, высокие сами пороги. И невозможно в нем войти. Вот инвалиду первой группы, я колясочник. Даже мне помогают. Я как ни пытался, я не могу зайти. Я просто пожелание, чтобы вот сейчас вот будут покупать какие-то, были у вас там какие-то программы, покупать транспорт, городской. Чтобы покупали именно возможно, чтобы инвалиды могли тоже зайти. Мы тоже хотим быть в городе, где-то участвовать, где-то что-то это самое, понимаете? Дякуємо. Частково по темі. Я для того, щоб було по темі, я додам, що у нас, на жаль, проїхати дуже складно по місту досі в інвалідному візку. Значить, по передвиженню по городу людей з ограниченими можливостями.
Ну, у нас довольно-таки тесные контакты с обществом инвалидов, различными обществами. Ольга Виноградова очень активно участвует. Мы договорились, что в любом случае, где сдаются какие-то участки дороги, либо это пандусы, то обязательно присутствуют их представители и проверяют. Ольга вот буквально на прошлой неделе мне скинула там вот три пандуса, которые сделаны, она считает не по нормам. Хотя наш департамент ЖКХ считает, что два с нормами, один, да, они переделают там. В любом случае мы держим на контроле этот вопрос. Если действительно подрядчик выполнил не по державным будовольным нормам этот пандус, он будет его переделывать. То есть претензии мы выставляем постоянно, чтобы действительно пандусы соответствовали для передвижения людей с ограниченными возможностями. Что касается транспорта, все помнят, наверное, прекрасно, как в 2015 году город закупил бэушные троллейбусы чешские и трамваи, о которых говорит, допустим, телезритель. Действительно, трамваи не приспособлены, и троллейбусы для перевозки людей с ограниченными возможностями. У нас, к сожалению, только, по-моему, там 7 троллейбусов, которые есть пандусы, которые могут перевозить людей с ограниченными возможностями. В настоящее время все те направления, которые озвучены, там, это приобретение нового подвижного состава, будет производиться только с учетом действительно людей с ограниченными возможностями. В каждом новом автобусе, в новом троллейбусе, который будет покупать город Николаев, будут обязательно пандусы для инвалидов. Что касается трамваев, это сложнее, конечно, потому что трамвай – это очень дорогое удовольствие, чтобы вы понимали, что трамвай стоит почти в 4 раза дороже, чем автобус либо троллейбус. То есть трамваи пока город не планирует закупать, то есть того подвижного состава, что есть, нам хватает. Но для того, чтобы оборудовать его для людей с инвалидностью, это надо, по сути, делать капитальный ремонт остановок, поднимать остановки и делать какие-то действительно пандусы, чтобы можно было с остановки заезжать в эти трамваи, которые у нас есть на самом деле. Это очень немало денег стоит, и у нас, к сожалению, тоже в бюджете на это денег не заложено. Но все равно надо к этому идти, стремиться, стараться. Пожалуйста. Юрий Борисович, давно уже столкнулись с этой темой, наблюдали ее много лет. Несогласованность работы служб. Вспомните не раз случай. Только положили новый асфальт, из-за угла водоканал, либо еще кто-то пришел и раскопал. Вот это первый вопрос, согласовалось ли. И мы в этом году наблюдали сложную конфликтную ситуацию между главой службы автомобильных и городским главой по поводу того, где чьи дороги. Лично я знаю, где чьи. Как сейчас мэрия сотрудничает со службой автомобильных, потому что все-таки много дорог идет через нас, с государственной трассы? Значит, ну, по первому вопросу, я не так давно стал курировать вопросы департамента ЖКХ, но первое, на что я действительно обратил внимание, это помогла авария по улице Лесковой, это злочастная, где провалился коллектор полностью, вся дорога ушла под землю. Новая дорога, которая 2 года. Естественно, я задал вопрос, кто придумал делать дорогу на старом коллекторе, который уже 11 лет там... подтекает. Не то, что подтекает, 11 лет назад он должен был рухнуть, по идее, да? Поэтому сейчас однозначно департамент ЖКХ получил задачу районной администрации перед тем, как планировать, какие дороги вы будете делать. Сначала мы смотрим сети, если есть возможность, мы ремонтируем сети, либо их переносим там на зеленую зону, а потом только делаем дорогу, это раз. Ну и второе, проблема, извините, сама по себе отпала, вы знаете почему, потому что, к сожалению, не дали денег вообще на дороги в этом году, только ямочный ремонт. Поэтому в этом году проблемы не будет, что будет делать дорогу, там где-то будет провал, потому что дорог просто не будет делать. По частному сектору мы возьмем под контроль, чтобы не было действительно там коллекторов. Если планируют районы в частном секторе делать дорогу, мы будем смотреть, прежде всего, чтобы не было старого коллектора, который проходил под этой дорогой. Там. То есть будем планировать пока те места, где не проходят коллектора. Если удастся водоканалу каким-то образом отстоять свою программу, программа довольно-таки действительно серьезная, обширная, но, к сожалению, она очень затратная, более 5 миллиардов нам надо, чтобы поменять сети, канализационные и водоснабжение. То есть меняем сеть, делаем дорогу, меняем сеть, делаем дорогу. Тогда будет какой-то толк, я считаю. Я сегодня проехался вот по Херсонскому шоссе, я помню, что ее там 3 года назад сделали новую дорогу. Вы сами видите, на что она похожа. Яма на яме, потому что там она уже копалась, наверное, там, и в одних и тех же местах, причем по 5 раз уже копали там. То есть, конечно, это неправильный подход, чтобы делать дорогу там, где проходит аварийная сеть. Сначала надо сделать сеть, а потом только дорогу делать. По второму вопросу, по взаимодействию со службой автомобильных дорог. К сожалению, взаимодействие пока только на уровне рабочих совещаний. Понимания, к сожалению, я не вижу с их стороны.
То есть, допустим, мы все прекрасно видим, в каком состоянии находятся мосты, там грязь. Даже когда мост разводится, у нас на рабочих летят мусор, камни, песок, все, что хочешь. В том числе это же может попасть в механизмы разводки. Это просто мостив мы торкнемся трошки механизмы, окремо. Да. Но это мы по взаимодействию. Потому что у нас эти дороги, там где мосты, это как раз они находятся на балансе службы автомобильных дорог. Там. Они нам обещают, что они убирают. Хотя мы видим, как это убирается. Там я сам был свидетелем, как через Южно-Бужский мост едет трактор, опустил ковш, это он убирает прибордюрную грязь. Сдирает вместе с асфальтом все это. Кто ковшом убирает прибордюрную грязь, я не знаю. И убирают вручную. Потом проходят пылесосами и все это подметают. Ну, вот такое отношение, к сожалению, да, со службой автомобильных дорог мне непонятно. К тем дорогам, которые проходят через город Николаев. Но если там положительный один момент, я его не озвучивал. Вы знаете, что когда приезжал президент Украины Петр Порошенко в Николаев, мэр города попросил его, чтобы он обратил внимание на состояние этих дорог, они все-таки государственные дороги, и Порошенко пообещал, что он выделит какие-то деньги на ремонт этих государственных дорог. То есть ждем, что президент выполнит свое обещание, и служба автомобильных дорог, которая нам постоянно пишет, что у них не предусмотрены деньги на ремонт этих дорог, все-таки какую-то часть работ сделает и приведет в порядке хотя бы дороги там, международного значения. Если можно, да. Насколько я знаю, когда президент это сказал, то он было условие, что мы сами сделаем проект этих. Да, мы уже собирались на рабочее совещание. Ну, мы сейчас, кстати, собственно, к взаимодействию. Да, ты понимаешь, для того, чтобы вам сделать проект, нужно у Максименко, главы службы автомобильных дорог, взять. Мы работаем над этим вопросом, есть рабочая группа, там в нее вошли и департамент наш финансов, и вошел департамент ЖКХ. Естественно, мы возьмем часть затрат на себя. Если есть такая возможность, что выделят деньги на эти дороги, мы возьмем на себя часть затрат. Это проектные работы, и, естественно, мы должны со своей стороны, как балансодержатели люков, ливневок, привести их в порядок. То есть мы берем на себя люки, ливневки, колодцы. Облавтодор берет на себя ремонт дороги. А это речь о каких дорогах идет? О героях Украины? Пока я не знаю, какие конкретно участки будут делаться. Я так понимаю, что выбирать надо прежде всего самые аварийные участки. Куда они выделят деньги, я не знаю. Это мы пока работаем над этим вопросом. У меня, кстати, вопрос вот, очень взаимодействие вопросов. Вот ремонт, допустим, Пушкинская. А да? Можно, поки не встиг поставити запитання, дамо ще одному глядачу можливість. Будь ласка. Слухаємо вас. Алло. Будь ласка. Добрий день, мені можна говорити, да? Так. Добрый день присутствующим всех. Юрий Борисович, я хотела бы спросить. Живу я на Космонавта в ЮТЗ по ходу к нефтебазе. Дорога стратегическая, машин очень ездит много, но у нас тротуар очень разбит. И мало того, дорога достаточно такая активная, и должно быть два тротуара. Как бы, ну, по законам, я так понимаю, одного тротуара нет взагалі. То есть, как бы, большую часть тротуара захватили дачники, которые вынесли свои ворота на, ну, прямо возле проезжей части. То есть, там ходить нельзя. Если ты живешь по нечетной стороне, тебе приходится переходить и идти прямо по проезжей части. А вот тротуар, который единственный, ну, конечно, очень плохой. Очень плохой. Там просто, ну, если необходимо, я могу сфотографировать все вот эти вот сегменты. Запитание. Запитание ваше. Давайте запитание. Вас плохо слышно. Сформулюйте запитание. Чи будут зроблені тротуары? Чи... В крайней мере, даже это не то, что запитание, это неимоверная просьба всех жителей, потому что мало того, что по этому тротуару невозможно ходить, если или гололед, или что-то еще, мы все ходим по проезжей части. Дякую. Це довольно поширена проблема, я знаю. Да, ну, начну с первого, что люди, очень многие горожане считают, что все зависит от чиновника. Вот, если ты пришел, например, на прием к мэру, либо к заму мэра, либо к директору департамента, пожалуйста, там, он завтра же что-то сделает. Там. К сожалению, это не так, к большому сожалению. Любой чиновник зависит от того, какой бюджет ему запланировали депутаты. Поэтому я всем советую гражданам, жителям Николаева, у вас на округе есть депутат, по-моему, это округ Жайворонка депутата, если мне память не ошибает.
То есть надо обратиться к депутату, чтобы он добился все-таки выделения средств на ремонт этого тротуара. И второе, чтобы понимали, что у нас есть разделение, да, есть дороги, там, которые закреплены за департаментом жилищно-коммунального хозяйства, есть дороги и тротуары, которые закреплены там, за районными администрациями. Тротуар этот однозначно закреплен за администрацией Ингульского района города Николаева, глава администрации Гладун Светлана Николаевна. К ней можно подойти или хотя бы позвонить, выяснить, есть ли этот тротуар вообще в плане ремонта. Если нет, то надо все-таки обращаться к депутату, настаивать, чтобы депутат попытался выбить деньги на ремонт этого тротуара. Потому что я говорил уже по бюджету городскому, к сожалению, то, что выделили там, это копейки, на которые ничего практически нельзя сделать. Там депутаты еще не определились пока с объектами на своих округах, там, на те остатки, что там перераспределили. Возможно, там получится у Жаворонка этот тротуар забить бюджетом и ингульская администрация сделать тротуар. Да, но с другой стороны, у меня вот вопрос. Вот 10 миллионов, 86 миллионов на этот год запланировано. Это потому, что департамент ЖКХ, насколько я понимаю, на текущий капитальный ремонт нужны проекты, да? Может быть, нет проектов, просто департамент их не делает, и поэтому как бы в этом году такая ситуация. Либо это депутаты отвергли эти проекты, сказали, нет, мы будем делать что-то другое. Проектов хватает и у департамента ЖКХ, и хватает их в районных администрациях. Причем 86 миллионов, это вам назвал цифру, вместе с районными администрациями. Департамент ЖКХ из этих 80 миллионов, по-моему, там 20 чем-то только, а 50 с лишним миллионов получит районная администрация на дороги, на тротуары и на бордюры. Почему так мало выделили? Мы привыкли уже вроде бы в рамках децентрализации, что бюджет города очень большой, что есть много денег. Но мы почему-то забываем о том, что когда прошла децентрализация, она еще не до конца прошла у нас, нам передаются больше и больше функций. И выполнение этих функций, естественно, ложится затратами на бюджет города. Естественно, бюджет города у нас можно поделить как, да, там, бюджет развития, там, то есть обязательные платежи и бюджет развития. То есть мы выплачиваем с бюджета города все обязательные платежи, это электроэнергия, это зарплата там, учителям, зарплата там, медикам, содержание социальной сферы и так далее и тому подобное. Остается какая-то часть свободных средств, это бюджет развития, так называемый, за счет которого мы делаем дороги, ремонтируем крыши, делаем лифты, там, боремся с собаками бездомными, да, там, и так далее и тому подобное. Это все делается за счет бюджета развития. Покупаем транспорт общественный. Так вот, бюджет развития, к сожалению, с года в год стал уменьшаться. Если так дальше пойдет, мы вскоре придем к тому, что у нас вообще не будет бюджета развития, потому что функции передают городу все больше и больше. Ну вот я приведу простой пример. Раньше ходили за пропиской к выпиской там, к паспортистке. Это была государственная служба, она была при МВД, потом ее сделали там, миграционной службой. Они получали зарплату из бюджета государственного там, и занимались там, выпиской и пропиской граждан. Сейчас эту функцию дали там, городским властям. Нам надо набрать людей, чтобы они прописывали, выписывали людей. Надо. Функцию, нам надо обеспечить их техникой. Да, конечно, да, надо. Функцию. Мы должны им зарплату выплатить. Должны. Мы должны там оплатить электроэнергию, там то помещение, где они находятся. Должны там. Должны купить бумагу, там какие-то бланки, чтобы люди заполняли. Должны. То есть добавили функцию, мы раз уменьшили бюджет развития. Добавили еще какую-то функцию, допустим, добавили нам функцию проверки там занятости населения, которую мы, кстати, еще не используем. Нам надо набрать инспекторов по труду, опять же платить им зарплату, найти им помещение, там, оплачивать компьютеры, свет, тепло, газ и так далее и тому подобное. Там. И вот этих функций у нас становится все больше, больше, больше и больше. Там. Вот до того, что там, скоро там, может, мы будем выдавать и права, там, и номерные знаки на автомобили и так далее и тому подобное. То есть процесс децентрализации идет, функции нам все передают от государства, а денег становится меньше. Ну, выход вижу только один. Надо смотреть на свои базы налогообложения и ее увеличивать. Не секрет же, да, что у нас там половина, наверное, там не оформленных в городе работает. Откуда у нас столько общественных организаций, которые целыми днями за что-то там митингуют, кричат. Вот я сегодня провел полдня рабочее время, не убил на общественников по защите животных. У нас есть еще один звоночек, сейчас он не так богато. Будь ласка. Вечер. Добрый. Пожалуйста, как будет решаться вопрос о дворовых асфальтировании дорог? Я проживаю в переулок Южный 30. У нас во дворах прямо ямы, болото, канализация, вонище. Невозможно вообще, когда наступают холода, наступают дожди, невозможно ни пройти, ничего. Двор
просто весь исчерпанный. Навык во всем на свете. Как быть дальше? Будет асфальтироваться наш здесь промежуток этот или нет? Дякую. Так, отвечу таким же ответом, как и предыдущему телезрителю. Обратитесь к главе администрации того района, где вы проживаете, потому что планируют проведение ремонтов внутридворовых главы администрации. И опять же, не забывайте, что на округе есть депутат. Обращайтесь к депутату, чтобы добивался того, чтобы на ваш округ были выделены деньги для ремонта внутридворовых проездов. То есть вопрос идентичный предыдущему. Пожалуйста, Олеся. У меня вопрос, соответственно, по качеству ремонта дорог и о том, как отрабатывает департамент ЖКХ вообще свои заказы. Мы много работаем с системой Прозора и видим, что, в принципе, у нас одни и те же подрядчики, которые выполняют, ну, мягко говоря, свои работы некачественно. И кроме этого, еще есть очень большая проблема, это с технадзором. Технадзор выполняют либо одни и те же люди, ну, в основном это ФОПы, да, либо это выполняют технадзор вообще сотрудники департамента ЖКХ. То есть если человек работает в департаменте ЖКХ, ну, предположим, да, он заинтересован в том, чтобы получил именно этот подрядчик эти деньги, он как бы работает хорошо, как он выполняет свою функцию, как он контролирует работу. У нас просто был такой один случай не очень хороший в Флотский, переулок Флотский, там, где фирма делала дочери известного бизнесмена Николаевского. Вот. По поводу некачественного ремонта дорог. Я, честно, опять же, не знаю, что было там предыдущие года. Я могу отчитаться только за этот период, то, что я курирую департамент ЖКХ, то есть этот год, полугодие. Изначально, только я пришел, я поднял вопрос по поводу действительно качества проведенных ремонтов. И главы районных администраций ЖКХ полностью заактировали все те изъяны, которые у нас после зимы вылезли на дорогах. Мы выставили претензии заказчикам, была масса претензий выставлены заказчикам. На сегодняшний день мы даже там подготовили там специальную, там, каждую неделю ложу служебку на стол, сколько дорог привели в порядок, заказчики устранили, и сколько еще осталось сделать там. То есть на сегодняшний день более половины тех изъянов устранены. У остальных заказчиков срок до 1 августа устранить все недостатки, которые вызвали после зимы. Если недостатки не будут устранены, то, естественно, мы будем обращаться к уже правоохранительным органам и начислять штрафные санкции и пени этим заказчикам. Это первое. Второе, по технадзору. Действительно, там есть масса вопросов к технадзору. Технадзор у нас, как всегда, в стороне стоит и говорит: я принял работы, отвечает тот, кто делал работы. Если вылезет какой-то брак, он должен будет переделать, мы потом его заставим переделать. По технадзору ситуация такая, вы правильно сказали, что есть как частный технадзор, так и есть технадзор при департаменте ЖКХ. Это структурное подразделение департамента ЖКХ. Сейчас там новый руководитель департамента ЖКХ исполняет обязанности, Кузнецов Виталий Валерьевич. У него сейчас задача почистить ряды, убрать тех людей, которые действительно нечисты на руку, там, и привести в порядок работу действительно технадзора, чтобы он работал в рамках того, что ему положено делать. То есть принимать качество выполняемых работ, и чтобы у нас потом не вылазили эти разрухи после зимы, то, что они там поделали на этих работах. И тогда вопрос, согласны ли сейчас все подрядчики работать именно на гарантию? То, что, ну, изначально, когда об этом говорили... В любом случае, гарантия на все работы должна быть. Она оговаривается в договорах, когда они заключаются там. Гарантия на работы по текущему ремонту дорог 1 год, гарантия на работы по капитальному ремонту дорог 3 года. Конечно, хотелось бы, чтобы эта гарантия была больше. Хотя бы 3 года на текущий или 5 как минимум на капитальные. А почему здесь такие цифры? Ну, почему у нас не делают капитальные? Как мне объясняют, это все в рамках чинного законодавства. А що вони будуть ці 10 років робити? Хто буде гроші платити за це? Це договірні відношення, то есть департамент може сказати, ми не будемо самі заключати договір, якщо ви не даєте гарантію 10 років. Либо в технічному заданні прописати це условие. Андрій, я обов'язково цей вопрос відработаю, тому що мені, як відповідають, це в рамках законодательства, я просмотрю в будь-якому випадку і попытаюсь повысить ту планку, це раз. К сожалению, сейчас не удается ни на ком отработать, потому что денег не дали на дороге там. Но если все-таки появятся деньги на капитальные ремонты дорог, то я буду настаивать на том, чтобы срок гарантии был увеличен обязательно. Там, хотя бы минимум 5 лет, но должна дорога простоять. Там.
Юрий Борисович, можно? Последний вопрос давай. По нашим новостям весны и лета. У нас каждый год затапливает весь город, и все пишут, что не справляются ливневки. Я знаю, что туда врезаются частные канализации незаконно. Когда будет в этом наведен порядок, вообще в планах есть наши ливневки? Ливневки у нас всегда есть в планах. У нас для этого и создано целое коммунальное предприятие «Лофт и дорог». Ливневки находятся у них на балансе, они финансируются довольно-таки хорошо. Должны работать. Мы постоянно приобретаем технику необходимую для того, чтобы предприятие работало бесперебойно. И финансирование довольно-таки, как я уже сказал, очень хорошее предприятие. Там. То, что ливневки не справляются, действительно надо проходить постоянно с ревизиями, проверять эти врезки. Эти врезки найти довольно-таки очень проблематично и тяжело. Но работают в этом направлении, ищут эти врезки и стараются глушить эти врезки, и привлекаем водоканал на эти работы. Единственное, ну, как я понял, со слов опять же директора коммунального предприятия Горбенко Натальи, там необходимо еще купить пару хороших там и лососов, и чтобы действительно их нормально прочистить ливневки, потому что той техники, которая есть, недостаточно, чтобы нормально их прочистить. Почему не забивается, почему город не справляется с этим потоком воды? Ливневки просто забиты. Их надо нормально, хорошо прочистить там. Ну, я уже не говорю о проблемах, где их нет, конечно. Там. У нас, к сожалению, очень много мест в городе, где нет вообще ливневой канализации. В планах на этот год забито у нас проведение ливневой канализации поселка Горького и, насколько я помню, поселка Терновка. Причем по Терновке даже мы там задействуем деньги ДФРР. Нам в прошлом году не успел освоить департамент ЖКХ, потому что их дали очень поздно, эти деньги. Надеемся, в этом году мы их освоим, и будут ливневки в Терновке, на поселке Горького. Это из новых объектов, которые мы планируем в этом году ввести. Там, кажется, суммы очень крупные. Суммы очень большие, да. Коллеги, без микрофона старайтесь не говорити, тому що вас погано буде чути. Я ще дам вам можливість поставити запитання через кілька хвилин. Я зараз пропоную трошки, ну, у тій хвилинку-другу, яку ви зекономили під час звітів, ми зараз і зможемо продемонструвати, так би мовити, з інфографікою. Трошки повертаючись назад, і я хочу, щоб ви прокоментували. У 2016 році на капітальний ремонт доріг у Миколаєві було відремонтовано капітально 49 вулиць, загальна площа 193 тисячі метрів квадратних на суму 75 з чвертю мільйонів гривень. Це був такий проривний рік, наскільки я розумію. В 17-му вже подібного не було. І які шанси, що, наприклад, на наступний рік ви можете запланувати? Ми опять переходимо к темі бюджету і його наповняємості. Тобто депутатів? Не обязательно депутатов, я же говорю, что можно, допустим, все деньги кинуть на дороги, там, сделать прорывный год, но тогда то у нас на сегодняшний день там больше 40 домов, там, где не работают лифты, и денег 75 миллионов – это прорыв? 75 миллионов на капитальный ремонт – это более-менее нормально, я хочу сказать. Это не прорыв, но это более-менее нормально. Там. Но это, опять же, мы смотрим цены 2016 года. Чтобы вы понимали, на сегодняшний день это будет почти в два раза дороже. То есть, если мы сегодня, опять же, сделаем эти 49 улиц там, на 193 тысячи квадратных метров, это будет уже там, свыше 100 миллионов, это однозначно будет. Там. Я даже брал данные 2017 год и 2018 год, уже на порядок цены выросли очень сильно. Там. Если в прошлом это году... И зарплаты? И зарплаты, и материалы, там, и, то есть много факторов, и топливо, оно все же влияет на... стоимость услуги. У тому ж таки, в 2016 році придбано 16 тисяч одиниць комунальної техніки, якщо цифри точні. Загальна сума 23 мільйони із гаком тисяч гривень. Це дуже багато у вас комунальної техніки приобрели, 16 тисяч. Десь там ми помилилися. 16 одиниць, скоріше всього. 16 одиниць, воно більш похоже, да. Опять же, к сожалению, в этом году мы просили у депутатского корпуса, мы давали бюджетные запыты, что необходима техника нам. К сожалению, пока ничего у нас нет на приобретение техники коммунальной. Техника не дешевая, вы знаете, довольно-таки. У нас большая проблема как с городским полигоном. Там элементарного нет экскаватора, который должен быть там. Он стоит разобранный в поломанном состоянии. Мы постоянно привлекаем другие экскаваторы там. Ну, заканчивая другими предприятиями, где техника нужна действительно. Пока денег никаких на технику нам не выделили. Откуда вы хорошо сейчас сказали, что если мы не будем выделять много денег на дороги, то не хватит на лифты. Если в этом году мы не выделили на дороги, куда ушли деньги?
Ну, вот куда депутаты решили их направить? Ну, во-первых, как я сказал, во-первых, не забывайте, что бюджет развития у нас уменьшился, это раз. Нам передали очень много функций в прошлом году, естественно, бюджет развития уменьшился. Выросли цены, тоже не надо об этом забывать там. То есть, если мы, допустим, в прошлом году за одну сумму могли сделать там 2 километра дороги, то в этом году за эту же сумму мы сделаем там 800 км или 700 км, там, да, там уже меньше мы сделаем там. И вот так и по всем направлениям. На лифты такая же история, на крыше такая же история и так далее и тому подобное. То есть цены растут, зарплата минимальная очень сильно выросла, вы знаете. Было там 1200 стало, сейчас уже там 3800 почти, да, зарплата там. Очень сильно выросла зарплата. 4200 сейчас будет уже. Да, и будет продолжать расти. Это все надо закладывать в затраты. Мы даже вот в отрасли строительства, вот мы затягиваем, хотя это неправильно, я считаю. Там вот строители уже там взяли меня там за горло, говорят, когда вы уже вынесете на сессию принятие там решения по средней зарплате в отрасли строительства. У нас до сих пор в отрасли строительства средняя зарплата 5200 гривен. Мы же прекрасно понимаем, что ни один нормальный строитель за такие деньги работать не будет. Откуда происходит отток кадров наших лучших за границу-то? За такие деньги, то, что мы заложили в отрасли строительства, нормальный специалист работать не будет. Колеги, у нас залишається 10 хвилин. Є ще одна підтема. Сьогодні вже згадували про мости, про їх стан. У нас є з цього приводу сюжет, і зараз я пропоную його переглянути, а потім прокоментуємо. Одна з візитівок Миколаєва – мости. Вони не просто є надскладними інженерними спорудами, але й постійно нагадують нам про те, що Миколаїв – місто корабелів. І розводять ці мости в першу чергу саме для того, щоб завести судна на ремонт до найстарішого в Україні суднобудівного заводу, або вивезти після ремонту. Сподіваюсь, що знов підуть з цього заводу і нові судна. Але якщо з функцією розведення-зведення мостові механізми поки що можуть впоратися, їх загальний стан, як елементів автомагістралей, аварійний. Південнобузький, у народі Варварівський міст, зданий в експлуатацію у 1964 році. Капітальний ремонт робили 1991-го. Відтоді лише дрібні заміни обладнання та дорожнього покриття. Інгульський міст побудований 1981 року і також потребує модернізації. Що ж до Південнобузького, торік столичний інститут комплексного проєктування об'єктів будівництва провів його обстеження і визнав міст аварійним. Науковці рекомендували обмежити кількість і вагу транспорту, що рухається мостом. До 20 тонн, не більше 7 тонн на ось. Ну, візуально можна наблюдати іноді, що вес гораздо перевищує встановлені обмеження. До речі, за штатним розкладом обслуговувати цей міст повинні 8 працівників, є в наявності 5. На Інгульському ситуація ще гірша. Там замість 8 – троє. Теж можу сказати, що состояние його аварійне, але на сьогодні піднят вопрос лише тільки по заміні електричної частини. Навігаційне обладнання, сигналізація не працює. Тобто, єдине, що ми можемо зробити, це його розвести і свести. Все. Далі ні фонарі, ні прожектора, нічого не працює. Ми не можемо обезпечити безпечний проход судів. Вечірнє, нічне час. Мабуть, саме тому розводять мости лише вдень, зазвичай у півдні, створюючи таким чином значні незручності для автомобілістів і пасажирів. А уявімо, що через руйнування конструкцій, випадіння болтів, корозію, міст одного чудового дня не зможе звестися або стане непроїзним в інший спосіб. І така загроза існує на обох мостах. До того ж, дорожнє покриття на них мало чим відрізняється від решти автошляхів області. Дорожнє покриття, оно требує повністю заміни, так як при небольших текущих ремонтах, при поврежденні дорожнього покриття, в деяких містах відбувалося повреження до железобетонного слою, тобто до плит, до основання. При такому поврежденні, согласно діючих інструкцій, необхідно проводити встановлення цього слою, значит, гидроизоляцию, соответственно, восстанавливается, и потом только ведется асфальтоукладка. Это, естественно, не проводилось. Відтак, волога проникає до металевих та бетонних конструкцій і руйнує їх. А допомагають волозі затриматися на мосту пісок і сміття. Не схоже, що тут взагалі прибирають. А капітальний ремонт мосту за результатами торішнього обстеження буде коштувати близько 150 мільйонів гривень.
Нагадую, в прямому ефірі проєкт «Звіти наживо». Нас можна бачити на телеканалі Миколаєва, також слухати в ефірі Українського радіо Миколаєв 92 FM. Про мости. Що може змінитися? Всі пам'ятають про цей японський проєкт вже 20 років. Ми говоримо, періодично до нього наближаємося, але то Київський аеропорт, то Бортницька станція аерації перехоплювали наші гроші японські. Якісь перспективи по мостах є? Ну, по мостам. Касаюсь... Я розумію, що це не буквально сфера відповідальності міської влади, але ви в курсі. Кстати, це якраз сфера відповідальності міського совєта. Почему? Потому что когда-то, очень давно произошло такое, что мосты были действительно в государственной собственности. Потом решили почему-то передать их городскую собственность, то есть мосты наши, а дорожное покрытие на мостах принадлежит службе автомобильных дорог. То есть, как всегда, да? Там... По идее, да. Лучше бы мы делали дороги, там мост содержало государство. Потому что все-таки мост – это стратегически важный объект, особенно Южно-Бужский мост, особенно Ингульский мост. Это, как я уже говорил, под ним проходят у нас государственные трассы, государственное значение. То есть они, по идее, должны быть на балансе у государства, и государство должно выделять средства на ремонт мостов и их содержание. Да. Процесс, так? Вы в ролике упомянули, что предварительно прикидывали, что ремонт того же Южно-Бужского моста городскому бюджету встанет 150 миллионов гривен. Цифра, естественно, предварительная. Мы в этом году что сделали, это только пока провели тендеры, есть победители по разработке проектной документации по ремонту Южно-Бужского моста. К сожалению, те проектанты, которые уже выезжали на место и смотрели на мост, установили, что там картина намного хуже, чем мы даже предполагали. Естественно, городской бюджет с этой проблемой не справится. Во-первых, однозначно заявили проектанты, что для того, чтобы отремонтировать мост, необходимо полностью его будет перекрывать. То есть те варианты, что рассматривались, реверсное движение, сделаем одну половину, потом вторую половину, он отбрасывается. То есть мост надо перекрывать полностью, надо думать о переправе, о паромной переправе, там, о понтонной переправе. Там. То есть это мы будем согласовывать уже с кабинетом министров, поскольку мы закрываем трассу международного значения на ремонт. Но опять же, чтобы до этого еще дойти, необходимо все-таки решить вопрос, какие средства надо на этот на ремонт моста. Это проектанты уже нам скажут, когда проект будет готов. И второе, где эти деньги взять. Знаете, что в том году Казакова Татьяна Викторовна приглашала народных депутатов нашей группы Николаевщины с просьбой, чтобы оказали помощь, там, чтобы профинансировали ремонт моста. Вы, наверное, все помните прекрасно, что все сказали, извините, но мы вам не помощники в этом деле. Там. Может, они еще передумают, может, все-таки найдут какие-то субвенции, затащат. Мы в любом случае будем стараться средства искать в Государственном фонде регионального развития. Мы, естественно, будем пытаться работать с европейскими институциями, это Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк по поводу кредитования для, по ремонту моста. Но опять же, я говорю, поскольку трасса государственная, то я считаю, что государство должно тоже участвовать в ремонте этого моста. Не должен город полностью вытягивать на своих плечах там, ремонт такого сложного сооружения и дорогостоящего сооружения за счет только одних горожан, поскольку этим мостом пользуются там, ну, все украинцы, там, иностранцы, которые приезжают. То есть необходима помощь государственная. Я хотел уточнить. Вчера министр инфраструктуры Володимир Омелян на нараде с приводу стану и ремонту будівництва доріг назвав Миколаївщину як одну з чотирьох областей, які навіть не узгодили об'єкти, на які можна було б виділити гроші, отримані в результаті цього так званого митного експерименту. Тобто гроші, які надпланово надійшли на митницю, і частина із цих може йти на дороги. Перевести якимось чином такі гроші сюди неможливо? Діло в тому, що, к сожалению, города не участвують в цьому експерименті. Да, город тащит все свои дороги, все свои сооружения, объекты только за счет городского бюджета, за счет налогов и платежей, которые горожане платят в городской бюджет. В этом эксперименте участвуют области, а эти деньги в основном уходят на дороги там, опять же, республиканского значения, там, государственного значения, там, может, межрайонного значения. Там, ну, к сожалению, город ничего не получает. Единственное, на что мы можем рассчитывать, это если мы будем... У нас будет проект, мы будем обязательно подавать наш проект на Государственный фонд развития регионов, там, регионального развития, возможно, чтобы нам с фонда что-то выделили на ремонт этого моста.
Так, на 2 хвилини залишається. За границей это очень распространенная практика, что переезд через мост грузового либо легкового транспорта платный, где стоят кабинки на каждой полосе, да, человек быстренько заплатил, получил жетончик, проехал, и эти деньги направляются на содержание мостов. Я уверен, что, наверное, об этом говорилось в городском совете. Расскажите, возможно ли это, и я имею в виду, возможно ли это сделать просто на уровне нашего города, принять такое решение? Говорилось и не раз, и я ездил в Киев, ходил по кабинетам, по разным высоким, там, и мэр Александр Федорович Сенкевич пытался все-таки установить плату за проезд по мостам. К сожалению, нам ответили категорическим отказом. Мосты не могут быть у вас платные. Да, это дорога государственного значения, мы не можем сделать ее платной. Это раз. И второе, у нас нет, к сожалению, альтернативы. Если бы была хотя бы альтернатива, то можно было бы как-то настаивать на том, что нам надо спасать мост, давайте сделаем его платным. Но альтернативы в городе нет. Вы знаете, что с киевского направления, что с одесского. То параллельно нас... может быть и бескоштовно. Да, да, у нас, к сожалению, нет альтернативы. Единственная альтернатива у нас это может быть, это опять же японские проекты без нового моста там, не въезжая в город, чтобы они уходили из киевского направления на Одесское и наоборот. Кстати, а перспективы какие есть? К сожалению, вы знаете, пока только на уровне разговоров и просмотров. Насколько я знаю, Горбенко Наталья, это директор предприятия «Лофтодорог», у нее на балансе находятся эти мосты, ну, этого предприятия. Она уже за неделю встречала две делегации японских, там это есть консалтинговая фирма, они нам присылают постоянно делегации. Вот они ездят, смотрят, мы заказываем катер, тратим деньги, возим их по реке, показываем там, с какой стороны там подход сделать, там, съезды и так далее и тому подобное. Пока все это только на уровне просмотров идет. И дай бог, чтобы оно решилось, этот вопрос, чтобы город действительно вздохнул немножко от этих тяжеловесов, то, что по городу ходит там. Хорошо, что у нас портовый город, это хорошо, я считаю. Но, к сожалению, действительно, вот задали вначале, я, кстати, не ответил на этот вопрос, как вы смотрите на то, чтобы порты что-то платили, да, в бюджет городского. Я смотрю на это только положительно там. И действительно, там, раз нам не могут помочь наши народные депутаты, раз нам не могут помочь ни министр инфраструктуры Эмилиан, который обещает, только, ну, к сожалению, сюда ничего не помогает, там, то, возможно, там мэр соберет команду и напишем действительно этот законопроект и отправим туда, зарегистрируем там. И пусть кто-то его там продвигает законопроект. Чтобы частина від доходів. Чтобы, портів, да, частина, часть от портовых сборов оставалась в городе. Все-таки порты хорошо, что зарабатывают, это здорово, это замечательно. Когда мосты рухнут, и порты да, да. Но надо, чтобы что-то и оставалось в городе, чтобы город развивался. В нормальных во всех городах, где есть порты, города развиваются. У нас почему-то никакого развития нет. Развиваются только порты и те стивидоры, которые там работают. И все. На цій оптимістичній ноті ми змушені закінчувати нашу програму. Я дякую всім у цій студії. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.